Всем привет, с вами дядя Володя Страшный. И вот так вот асфальтик в моем дворе присыпал снежок. Не знаю, видно, не видно. Иду в гараж. Ну, минут 20-30 назад я тут был. Затопил печку. Ну и сейчас мы войдем в гараж и разместив камеру на штативе на моем. Ну, те люди, кто смотрит, тот знает, что за штатив у меня. Не двухногий, не трехногий, не полутораногий, а штатив тот, который у меня нужен, который у меня есть, а другого мне не нужно. И вот разместив на этом штативе камеру, мы будем с вами выравнивать вмятину на бензобаке. Ну, выравнивать, пытаться. Включаем свет. Закрываем дверь. Здесь уже тепло. Значит, мопед, то вот вмятина. В предыдущем видео я вам показал эту вмятину. Сейчас размещу камеру на штативе и будем заниматься. Это я переключил на 1/2 от мощности. На всю мощность литр 200. На половину, значит, 0,6 литра в час. И, значит, что я хотел? Хотел эту вмятину выправить. Вот вмятина. Бак очень жесткий, металл очень твердый. Не знаю, что получится. Хотел применить присоску. Вот у меня присоска для моей камеры, на которой я сейчас снимаю. Такая присоска. Я с помощью нее когда-то недавно выправлял замятый угол на Ford Focus. На втором, Ford Focus 2. Ну, тут либо каким-то лубрикантом надо мазать, либо зачищать. В общем, здесь вся грень большая, чем она не липнет. Не липнет. Поэтому, я думаю, с этим пролет. Пытался я уже насосом качать. Через кран, через краник. Подсоединял этот насос, качал ногою, но воздух убегает через пробку. Поэтому, чтобы облегчить себе жизнь, я беру вот такой вот переходник от насоса, вот сюда с насоса шлангер будем одевать. Вот так. А это на краник. Раз. Краник, естественно, открыть надо будет. Включить компрессор. Я сейчас его запитаю от аккумулятора. И рукою я буду закрывать отверстие. И смотреть, что у нас из этого получится. Вылезет ли, или где-то другой бок, или какой-то шов порвется. В общем, сейчас я буду этим заниматься. Камера у нас будет в штативе. Ну, в общем, приятного просмотра. В общем, вот так вот я подсоединил минус, плюс. Вот так одел сюда шланг. Включаем компрессор. Открываем. Сюда идет. Слышно, да? Ну и все. Начинаем закрывать. Смотрим. Но я не знаю, где раньше сорвет. Не то здесь вылезет, не то шланг сорвет с этого. Отсюда вот. Видим, что немножко вылазит. Я уже с трудом держу руку. Сифонит мне там с под ладони. Но вмятина вылазит. Короче, жопа. Я боюсь. Вмятина стала меньше. Но я напоминаю, металл очень жесткий. Сейчас я поставлю камеру и
Одной рукой буду держать горловину, а второй буду кияночкой резиновой по кругу подбивать, помогать металлу вылезти. Видите, барботаж произошел бензина, аж запарил. Фу, ужас. Ай-яй-яй. Сука-сука. Ребята, я уже наделал дел. Смотрите. Короче, вмятину я не убрал, а бак у меня растопырился в стороны. Короче, он даже в кронштейны теперь не садится. Смотрите, он насколько шире стал. Видите? Сбоку кронштейна. Ну и с этой стороны то же самое. О, гляньте я. Бак как растопырил. Вот мазафака, а. Надо было мне его ремнем стянуть. Вот так вот. Пытался сделать одно, а поломал другое. Вот так вот бывает в жизни. Вот такая вот история на сегодня. О неудавшемся ремонте вмятины на бензобаке. Короче, вот вам поучительная история. Сейчас я его буду снимать, отсоединять, на что-то ложить и пытаться его как бы вот это вот самое. Вот так вот сжать. Сюда-сюда. Короче, дверь Володя страшная, лоханулся по полной. Вообще, во. 4 раза во. Всем спасибо, всем пока. Лайки ставить не надо. Дизлайки тоже ставить не надо. И подписываться не обязательно. Все, пока.